В преддверии главного зимнего праздника Федерации автоспорта Севастополя организовали акцию «Автодед Мороз». 23 декабря, несмотря на сильный дождь, ее участники, переодетые в костюмы сказочных персонажей, дарили детям сладкие подарки в центре города. К акции присоединились более 25 автолюбителей. Решили провести такую акцию «Автодед Мороз», поздравить жителей и детей города, подарить праздник и хорошее настроение. Мы хотим подарить людям радость. Сейчас непростые времена, и хочется каплю радости и какого-то счастья, новогоднего волшебства. Также в этот день состоялся автопробег от Сапун-горы до Парка Победы, где водители выстроили свои машины в форме новогодней елки, украшенной гирляндами, мишурой и другим праздничным декором. Акция прошла при поддержке правительства Севастополя.